Смотрите, я поймала муху. Пойду кормить паука. Год голодный, паук хочет есть. В этом сарае живет огромный паук. Я таких пауков-то не видела. Вот здесь он свел в себе паутину. Паутина очень частая. И паук сидит под занавеской. Видите, какая паутина. Сейчас я туда и посажу муху для паука. Вот здесь маленький паук. Я хочу большому дать. Паук крестовик. Главное, чтобы муха была живая. Сейчас я посажу. Внимание. Паук не лежит. Вот она, муха-то трепещется. А паук сидит вон там наверху. Беги. Наверное, паук не голодный. Раз муху не хочет. Смотрите, как он спускается. Вот. Как он падает. Ничего себе, паук. Взял нашу муху и поволок. Долго он на нее смотрел. Какой гигантский. Он очень кусачий. Укусит, больно будет. Что для него эта маленькая муха? Какой красавчик. Вот. Окукливает. Смотрите, какой большой паук. Ну надо. Какой красавчик. Я люблю пауков. А вы любите пауков? А? Вот он теперь укусил свою жертву. Может сразу высасывать. А может ждать, когда она начнет разлагаться. Ну что для него эта мушка? Вот какой красавчик паук у нас тут живет в сарае.